Любые хлопоты в саду на приусадебном участке будут приятными с нашими советами. И начнем мы сегодня с лучших семян, которые можно посадить сейчас в конце весны и в начале лета. По мнению наших дачников, мы выбрали самые лучшие семена, которые пригодятся вам именно в это время. Из таких культур, как дыня, самыми лучшими, по мнению наших дачников, признаны злато скифов и серебряная звезда. Это на самом деле самые сочные, вкусные, самые отменные дыни. А для любителей вкусных ароматных борщей мы предлагаем вот такой сорт свеклы – кубанская. Это свекла легкая, а также засухоустойчивая. А если хотите порадовать своих детей и внуков ароматной редиской, предлагаем вот таких два замечательных сорта – фараон и меркадо. Они без горечи и практически не стрелкуются. А для гурманов, настоящих ценителей вкусных сладких огурчиков, предлагаем вот таких два замечательных сорта – хлебосольный и кладин. А любители витаминов заинтересуют вот такие два сорта салата – салат цикорный и забава. О них хочу рассказать немножко поподробнее. Салат «Забава» можно использовать для украшения своего участка, а также можно использовать в пищу. А салат «Цикорный» можно кушать до поздней осени, постепенно отрезая отросшие листья. А в цветочном отделе я вас обрадую. Кто не знает лилии? Их, конечно, знают все. Такие красивые лилии, как лагибриды, очаровательные лоа, роскошные отгибриды. И вот на все это роскошное цветное великолепие до конца мая объявлена скидка 50%. Конечно, все садоводы знают, что в нашей полосе земля оставляет желать лучшего. И когда вы покупаете дорогие контейнерные растения, будь то хвойники или розы, и начинаете высаживать у себя их в саду, то мы предлагаем вам использовать специализированные грунты для хвойников и для роз. Конечно, в идеале хорошо поменять бы землю или заменить верхний слой и подвести новую, обновить. Но если у вас нет такой возможности, то можно выйти из положения. Грунт для хвойников содержит стартовые дозы удобрения. Также у него оптимальная кислотность почвы, и эти грунты рекомендованы профессионалами. А грунт для роз имеет оптимальную влагоемкость, содержит стартовые дозы питательных веществ и создает идеальные условия для правильного развития и пышного цветения ваших роз. Опытный дачник скажет: не так важно посадить, как важно сохранить. Каждую весну мы видим побуревшие хвойники и проплешины на газонах. Выход есть. В помощь вам придет вот такое замечательное удобрение для хвойников и газонов. Оно поможет хвое восстановить первоначальный цвет, а газоном залечить проплешины. В каждой грануле там есть микроэлементы, и это удобрение рекомендовано профессионалами. Если вы обратили внимание, и удобрения, и грунты изготовлены под одной торговой маркой – Green Boom. Если бы на этом наши хлопоты в саду закончились, то мы бы с вами смогли расслабиться. Но не тут-то было. Появляются всевозможные вредители, которые стабильно уменьшают урожай и ухудшают состояние наших декоративных растений. Ну что ж, пора вооружаться. Есть такая замечательная штука. Называется она Терадокс. Ее прелесть в том, что она универсальна и борется практически со всеми почвенными вредителями, такими как медведка, личинка майского жука, проволочник, капустная муха, грибные комарики, а также другие вредители. Представляете, какая прелесть? Он очень прост в применении. Достаточно один раз использовать его при посадке. Внесли, зарыхлили, и у вас на даче все цветет и благоухает. Как видите, несмотря на плохую погоду, открытая площадка продолжает функционировать. Здесь находится огромное великолепие цветов, которое поможет вам создать удивительную красоту на вашем дачном участке. А вот в этих многочисленных коробочках находятся вот такие укорененные черенки различных гераней. Есть герани плющелистные, есть зональные, есть виолоцветковые. Так чем же они хороши? Это замечательный бюджетный вариант, с помощью которых вы можете создавать на своем дачном участке различные композиции, как в грунте, а так и в кашпо. А любители королевской герани тоже найдут для себя укорененные черенки. Посмотрите, какая красота! Здесь тоже есть где разгуляться. 9 различных всевозможных сортов королевской герани помогут вам фантазировать. Для любителей вот таких шикарных кашпо с фуксиями хочу сказать, что вы можете значительно сэкономить, если приобретете вот такие укорененные черенки.
Наши постоянные посетители уже знают, что мы каждый год привозим черенки хризантем, которые цветут шариками до самых заморозков. В нашей полосе при небольшом укрытии они прекрасно зимуют. Но в этом году мы решили порадовать и остальных цветоводов. Мы привезли хризантемы крупноцветковые. Их тоже у нас огромное количество. А что это такое красивое цветет у нас? Хотите спросить меня вы? А это необычная пеларгония. Посмотрите, какие у нее оригинальные листочки. А цветы похожи на звездочки. Эти звездочные герани являются разновидностью зональной. Как видите, у нас есть из чего выбрать. Из них вы тоже можете составить красивые композиции. И огромное поле деятельности для вашей фантазии. На сайте cipollinosad.rf вы найдете все адреса садовых центров Чиполлино. А некоторые из них вы увидите уже сейчас. С агрофирмы Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино будут полные корзины фруктов, овощей. Грядок вьются серпантины, с Чиполлино, Чиполлино расцветают георгины и на душе веселей. Все для роста витаминов в магазинах Чиполлино.